Никто не видел, тут Трамп не пробегал. А, вот он. Привет, мои творческие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня долгожданная обработка в стиле апокалипсис. В этом видео мы создадим с вами пресет Lightroom. И я призываю вас работать вместе со мной. Только так вы поймете, как работают те или иные цвета. Если вам не хочется смотреть это видео, а вы просто захотите скачать пресет, то вам придется узнать пароль. Немного дальше я объясню, как это сделать. А также инструкция, как получить пароль, будет находиться под видео. И еще раз, мои друзья, хочу обратить ваше внимание. Обработку, которую я делаю в Lightroom, вы можете повторять вместе со мной, находясь в Camera Raw или на мобильном Lightroom, потому что это одно и то же. То же самое и касается пресетов. Скачав пресет Apocalypsis, вы там увидите два файла. Файл XMP и файл DNG. Файл XMP устанавливается как пресет, и вы его применяете к RAW-файлам в Lightroom и в Camera Raw. Preset же в формате DNG – это универсальный файл. Он будет работать на любом устройстве, в том числе и на мобильном. Как установить Preset DNG, краткая инструкция будет находиться на самом файле DNG. А итогом нашей работы будет созданный пресет. Если вы не любите создавать пресеты самостоятельно, то вы сможете скачать его по ссылке под видео. Ссылка под паролем. Пароль состоит из двух частей. В верхнем правом углу будут появляться подсказки. Их будет 4. Но 2 будут содержать части пароля. Всего пароль состоит из 4 цифр. Каждая подсказка, содержащая части пароля, будет иметь по 2 цифры. Например, первая подсказка с паролем содержит цифры 1 и 2. Вторая 3 и 4. Соответственно, пароль будет 1, 2, 3, 4. В общем, это не сложно, просто необходимо внимательно смотреть видео урок. А посмотреть его будет в любом случае полезно, так как создать пресет — это полдела. Надо еще понимать, как его использовать на других фотографиях. Снимок, который я буду обрабатывать, вы сможете скачать по ссылке под видео. Он, конечно же, будет без пароля. Этот снимок в RAW формате, и вы сможете попрактиковаться в обработке вместе со мной. А теперь не будем терять времени и приступим к обработке. Итак, для обработки у меня есть вот такой вот файл. Когда я создаю какой-то новый пресет, я из серии выбираю всегда самую яркую, самую насыщенную по цветам фотографию. Я это делаю для того, чтобы при настройках в HSL, там где я двигаю ползунки, отвечающие за тот или иной цвет, чтобы я мог контролировать каждый цвет. Чем больше цветов, тем более интересный получится у вас. Также особенность этого пресета, этих настроек, заключается в том, что мы будем с вами усиливать аквамариновые цвета и оранжевые. Это немного отличается от моей предыдущей обработки, где я синий цвет практически глушил. В этой обработке я, наоборот, синий буду увеличивать и добавлять в него аквамарина. И в итоге мы с вами получим немного кислотную картинку, но этой кислотности будет прям маленькую щепотку, достаточной для того, чтобы сохранить естественное, нормальное соотношение всех цветов и оттенков. Давайте профиль Adobe я выберу сразу стандартный. Именно этот профиль читается как файлами RAW, так и файлами JPEG. И если вы снимаете в JPEG, то пресет Apocalypse будет также работать и у вас. Но все-таки, друзья мои, призываю вас переходить на RAW формат. JPEG — это уже обработанный файл камерой. А RAW формат позволяет вам просто творить чудеса и вытаскивать наружу незаметные полутона, которые в JPEG вы никогда не увидите. Итак, установили профиль стандартный. Давайте сделаем теперь кроп. Мой любимый кроп в последнее время 4:5. Подровняю я немножко горизонт. Итак, базовые настройки. Контраст мы с вами убираем в минус 10. Цвета я подвину где-то примерно на 95. Тени сделаю на, пожалуй, 60. Точку белого заглушу на минус 60. Точку черного же, наоборот, сделаю светлее на плюс 50. Ну, пусть вас это не пугает. Мы дальше будем дорабатывать это в тоновой кривой. Добавлю немного текстуры, плюс 15. Немного четкости. 5, я думаю, будет достаточно. Насыщенность понижу, где-то на минус 20. А сочность повышу. Примерно на плюс 35. Да что примерно? Точно. Плюс 35. Переходим в тоновую кривую. Фиксируем ключевые точки.
Точку белого я немного опускаю вниз. Тем самым мы убираем излишнее свечение в белых тонах. В средних светлых тонах я при этом немного подниму. Сделаю посветлее. В средних темных тонах опущу кривую. Сделаю фотографию тем самым поконтрастнее. Точку черного слегка подниму вверх. И сюда добавлю еще одну точку между вот этими двумя точками и опущу немного вниз. Вот у меня получится вот такая вот клюшка. Это моя кривая RGB. Дальше мы переходим в красный канал и будем сразу тонировать фотографию при помощи тоновой кривой в каналах. И мы с вами будем усиливать насыщенность всех цветов, но только за счет именно тоновой кривой. И мы будем с вами усиливать насыщенность цветов. В отличие от параметров насыщенности и сочности, в кривых этот алгоритм работает иначе. Здесь мы с вами получаем именно цветовой контраст. Итак, красный. Фиксирую ключевые точки. Точку в средних светлых тонах поднимаю вверх. В средних темных тонах опускаю вниз. У меня получается вот такая легкая S-образная кривая. И вы сразу видите, как поменялись у нас оттенки на фотографии. Вот так это совсем без кривой. И так с нашей кривой. Так, двигаемся дальше. Зеленый канал. Фиксирую ключевые точки. Слегка приподнимаю точку, отвечающую за светлые средние тона. При этом смотрю на цвет неба. Я должен подобрать такой цвет, который вернет цвет неба в наиболее естественные оттенки. Теперь в средних темных тонах мы немного опускаем вниз. И для того, чтобы в тени, в самые темные участки добавить немного фиолетового, это одна из особенностей этой обработки, мы самую нижнюю точку двигаем по нижней касательной немного вправо. Вот таким вот образом. И получаем вот такую вот интересную кривую. Дальше переходим в синий канал. Тот же самый алгоритм. Фиксируем ключевые точки. Точку в светлых средних тонах поднимаем вверх. Также смотрим на небо, на светлые участки. Мы должны с вами сбалансировать цвета таким образом, чтобы наши цвета были более похожими на естественные цвета. Точку в средних темных тонах опускаем немного вниз. И теперь, как вы помните, мы фиолетовые добавили в самые темные участки. И сейчас мы с вами эти фиолетовые оттенки разбавим синим цветом. Приподнимем точку черного в синем канале немного вверх. Теперь давайте вернемся в красный канал. Смотрим на средние участки. В данном случае это покрытие крыши. И нам нужно с вами подобрать такой цвет, при котором не будет паразитных желтых оттенков или фиолетовых. Я думаю, это вот такое положение. Отлично. Двигаемся дальше. Теперь переходим в панель HSL и сделаем с вами цветокоррекцию. Красный передвинем на плюс 30, оранжевый на минус 25, желтый минус 60, зеленый. Обычно я его увожу в сторону желтых оттенков. Сегодня мы сделаем наоборот, уведем в сторону аквамарина. Как вы помните, мы с вами повышаем аквамариновый цвет. Это особенность этой обработки. Итак, зеленый плюс 70. Сам аквамарин непосредственно минус 5. Синий минус 35. Пурпурный минус 60. И тональность мадженты делаем 100. И полностью уводим в зону красных оттенков. Переходим к насыщенности. Красный минус 25. Оранжевый минус 10. Желтый минус 30. Зеленый минус 95. Аквамарин не трогаем. Синий минус 20. Пурпурный минус 100. И мадженту минус 100. Теперь поработаем в яркости. Красный канал сделаем чуть-чуть потемнее, минус 5. Оранжевый минус 3. Тем самым мы на кожу добавим легкий загар. У меня кожа на самом деле светлая, но на фотографии она получается с таким, с легким загаром. Ну а как вы хотели, когда апокалипсис, все ходят загорелые. И синий я сделаю плюс 10. Теперь мы перейдем с вами в раздельное тонирование и усилим нашу тонировочку. В цветах тон сделаем 26, а насыщенность 30. В тенях тон сделаем 179, насыщенность 20.
фотография преображается на глазах. Резкость я трогать не буду, я оставлю здесь параметры, которые у меня были выставлены на камере и сохранились, соответственно, на снимке. Поэтому этот этап мы пропускаем. Теперь добавим виньетку. Виньетку сделаем посильнее. Значение сделаем на минус 20. Центральную область полностью уведем влево, округлость полностью вправо, растушевку полностью вправо. И контраст светлых сделаем 50. Фотография получилась слегка темноватой. Давайте мы перейдем в коррекцию объектива, кликнем на «Удалить хроматические аберрации» и включить профиль коррекции. Наша виньетка расправилась. Я этот параметр сохраню в Presity, но вы обратите внимание на ваших фотографиях. Он может снимок портить, а может и улучшать. Поэтому выбор за вами. Оставить его или выключить. Давайте сравним полученное изображение с исходником. Как я уже и говорил, в этой фотографии будет присутствовать немножко кислотности, но именно немножко, именно щепотку. И это именно те и оттенки, которые я хотел получить. Если вы хотите получить более реалистичное изображение, вам необходимо в раздельном тонировании просто-навсего убрать насыщенность в цветах и в тенях. Насыщенность не перепутайте с цветовым тоном, а выставить, например, значение в цветах 12, а в тенях 7 или 8. И вы получите более реалистичную картинку. Ну и, конечно же, не забывайте, что самые главные ползунки в базовых настройках – это температура, контрастность, насыщенность. Это все регулируется непосредственно уже под ваше изображение, под вашу фотографию. И это все очень индивидуально. Итак, давайте полученные настройки сохраним в Presit. Итак, баланс белого и экспозицию я не выставляю, флажки, это индивидуально. Кликаю «Создать». Теперь давайте посмотрим, как этот пресет отработает на других снимках. Давайте возьмем вот этот вот кадр. Он выполнен практически в контровом свете. Вот с этой стороны на меня светит заходящее солнце. Итак, применяем пресет. Пусть вас это пока не пугает. Поднимаем экспозицию и делаем фотографию потеплее. Можно приподнять слегка точку черного, понизить контраст и добавить немного насыщенности. Но это именно для фотографии в контровом свете. Потому что, когда яркое освещение, мы с вами теряем цвета, но при этом на исходное изображение у нас добавляется сильный контраст. Так, выбираем следующую фотографию. Здесь все находится в тени, и солнце уже практически скатилось за горизонт, поэтому света практически нет. Итак, применяем пресет. Делаю снимок поярче за счет экспозиции. И дальше регулирую температуру. Давайте посмотрим, было-стало. И еще одна фотография, на которой бы я хотел показать, как работает этот пресет. Вот эта фотография. Давайте применим пресет к ней. Также я бы сделал ее немного посветлее. Немножко бы убавил контрастности. И повысил температуру снимка. При этом обращая внимание на цвет кожи. Вот такой результат мне очень нравится. Давайте сравним с исходным изображением. Вот такой вот отличный и замечательный, как мне кажется, получился у меня пресет. На этом, друзья, все. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать следующие полезные и интересные видео. Желаю вам крутой обработки, крутых фотосессий, шикарных фотографий и удивительных сюжетов. Огромнейшее количество лайков, подписчиков, зрителей и поклонников вашему творчеству. До новых встреч, друзья!